даже руки трясутся. День Ладхвайсиса. 11 ноября 2015 года. Прореживаем деревья в саду. Уже два дня жгем. Месяц можно было бы печку топить. А этот залез, ё-моё. Тут надо, чтобы рядышком скорая помощь дежурила. Не надо. Не надо? Да. Ниже земли не упадешь, да? Ладно. Не будем ждать, пока он упадет.